Юху, всем привет! С вами Юнот из... Блин, и с вами Ведьмак. У нас есть куча разных заданий. Еще два, да. Нам нужно сбегать на болото и расставить еще все эти... все нормально. О, классно. В общем, мне нужно зайти к Синеглазу и потом еще побегать по этим. Вообще, давайте сейчас зайдем к королю этим. Тем, кто ночью там управляет. Хранитель ночи, или как это называется. Про Синеглазу поговорим. Потом зайдем, пробежимся по Сифиротам их расставим. А потом зайдем к Альтидштейну, получим вознаграждение и телепортнемся на болото, чтобы не тратить время на прогулки. Когда это кончится? Где это было? Там вот королева началась. Сюда и налево. Ща мы разберемся. На болоте надо будет еще нагнуть парочку представителей виверн, чтобы получить их мясо и дать их Аде. Ада будет очень рада, если мы их парим мясо. Здоровое такое, как она любит. Бербер. И прочая лажа. А брата можно найти только в трактире. Да, я правильно понимаю? Пока, привет. Да. Какой у тебя интересный шрам на шее. Да. Очень интригующий, придает тебе своеобразие. Если хочешь, могу показать и остальные. Я хочу провести... С радостью, беловолосый, но сначала... Удачи. 500 монет, да, сейчас. Бродяга. У меня... Говоришь, есть кое-что. Тогда отправляйся в бордель. Я думал, это и есть бордель. Никакой тебе это не бордель, это дом ночи. Лучше в Темерии. И всяких там бродяг в кожаных лохмотьях сюда не пущают. У меня есть золото. Меня не купишь. Да ладно. Ты кем это себя возомнил, балу? Не понял. У меня... Говори... Я... Никак... У меня... Меня не... Так, дать тебе денег. Я пропал. Входи. 200 уринов, вообще с ума сошел. Не знаю, сколько тебе надо, но это перебор. В общем, здесь у нас тоже будет особый выбор. Либо нагнуть их всех, либо потом, чтобы они нам все помогли. Ты считаешь это вежливо? Врываться сюда без приглашения? Я пришел по делу. К тому же не отвечает на вопросы. А я слышала, Геральт из Ривии был вежливым ведьмаком. Был. Прошу прощения, госпожа. Я потерял память. Я знаю, ведьмак. Я наблюдаю за тобой уже некоторое время. И чем же я обязан таким интересом к моей персоне? Мой возлюбленный, которого я так и не забыла, считал тебя своим другом. Он погиб, помогая тебе в схватке с могучим противником. Но это было давно. Что привело тебя сюда? Я не помню, о ком ты говоришь. Но, возможно, говорят про вампира, который распылили. Он потом жив. Ты заинтриговала меня, когда говорила о прошлом. Ты мне расскажешь, кем был тот человек? Я никогда не говорила, что он был человеком. Важно, что вы были Регис, с ним друзьями. Его звали Регис. В свое время он слишком много пил. Поэтому мы и расстались.
Эта дурная привычка чуть было его не погубила. Разъяренные кметы набросились на него. Прошло много лет, прежде чем он полностью оправился. После этого он стал отшельником. До тех пор, пока не повстречал тебя. К сожалению, я почти ничего не помню. Не переживай. Мне очень важно знать, что хотя бы в момент гибели рядом с ним были друзья. Настоящие друзья. Регис умер, спасая Цири, насколько я помню. Его распылили, но потом ведьмак покажет, что, оказывается, вампиры так просто не убить. В этом здании живет вампир. Отметины на шее одной из девушек. Могу назвать тебе несколько обычных животных, которые оставляют точно такие же отметины. Брат этой девушки считает, что она по своей воле никогда бы не стала работать в борделе. Он думает, ее околдовали. И ты в это веришь? Не будь наивным. Она живет здесь, как принцесса. Носит шелка. Клиенты продают свои поместья, лишь бы провести с ней одну единственную ночь. У нее есть собственные слуги. Она окружена роскошью, о которой ты не смеешь и мечтать. Ее брат решил выдать ее за какого-то старого болвана, у которого геморрой вырос больше, чем... Ну, неважно. Она вместо этого предпочла стать принцессой ночи. Вечно прекрасным запретным плодом. Мечтой Вызимы. О чем это ты? Я почувствовала это, когда пила ее кровь. Что ты так смотришь? Да, я и есть тот самый вампир, который здесь живет. Я никогда никого не убиваю. Кровь возбуждает меня, как алкоголь людей. И как бы то ни было, я не причинила вреда ни единой живой душе. Полная чушь. Мы с моими дочерьми пьем кровь наших клиентов и девушек, но никогда не убиваем. Они отдают свою кровь в качестве платы за наши услуги. Все довольны. А синеглазая девушка? Она сама вызвала меня. В своих снах, в своих мечтах и фантазиях. Она жаждала свободы и вечной красоты. Мы не чудовище, Геральт. Я предлагаю тебе сделку. Одна ночь... с моими дочерями в обмен на мир. Ты вообще забудешь обо всем этом? А если я не соглашусь? Кому-то придется умереть. Тебе, мне, синеглазой девушке. Ты считаешь, будет правильным выбрать смерть? Даже если это смерть вампира. Ну ладно, в принципе... С одним вампиром мы дружили. Эти говорят, а если никого не убивали, то ладно. Ты меня убедила. Я оставлю вас в покое. Ко мне, милые дочери. Покажем этому ведьмаку, откуда берутся удивительные легенды о Доме Ночи. Ой, да ладно, чего вы там покажете? Ух ты, какая ужас какой. Да, зря я с этим связался. Зря. Ну да ладно. Я слишком... Предатель! Я знал, что ведьмакам нельзя доверять. В чем дело, рыцарь? Я следил за тобой. Я знал, что могу положиться только на орден. Ты переспал с этой вампиршей, и ты умрешь вместе с ней. Не делай глупостей. Никто здесь не умрет. Ты уже показал, какой ты глупец, ведьмак. А теперь прими свое наказание. Остановитесь, немедленно. Вам никогда не победить нас. Нас? Сестра! Мы снимем с тебя это проклятие. Да нет никакого проклятия, болван. Просто твоя сестра не желает всю оставшуюся жизнь мыть посуду и раздвигать ноги перед одним и тем же затхлым старикашкой. Хватит лгать! Рыцари Пылающие Розы в атаку! Одну минутку. Что происходит? Вампирица права. Здесь нет никакого проклятия. Твоя сестра сама сделала свой выбор. Ведьмак, ты только что сам вырыл себе могилу. Может быть и вырыл, но точно не себе. Нападай! Сейчас, а все будет, подождите. Вот это замес.
бей ты их. Лопи его. Защищайся. По-моему, шансов вообще нет, да? Вот это замес. Да. Мы окружаем не только чудовищ, в плане монстров. Всех, кто похож на чудовище. Мне жаль, что все так закончилось. Эти люди, несомненно, обещали тебе золото. Я могу пообещать тебе часть своей прибыли. Что теперь? Теперь буду вести дела, как обычно. Надо просто избавиться от трупов. А девушка? Пусть поступает так, как считает нужным. А пока пусть отдохнет. Так никакого проклятия не было? А мне откуда знать? Я никакого заклинания на нее не насылала. Магические чары часто можно перепутать с естественным очарованием. Я убил людей, а ведь я должен убивать чудовищ. Меньшее зло, Геральт. Ты должен выбирать его, чтобы спастись от большого зла, которое поджидает тебя во тьме. Так, я сделал свой выбор. Сейчас с тобой поговорим, постой. Ох. Меч ордена. Станки. Он чит. Арбузики чита. Священный меч ордена. Надо посмотреть, что он из себя представляет. Так, давайте скинем топор. Я слишком много работаю. Плюс 10 повреждений. Мусор. Один момент. Так, все. Так, священный меч, отстой. Я впервые в жизни видела, как ведьмак обращается с мечом. И второй раз это видеть я явно не хочу. Твой брат мертв. Наконец-то он получил по заслугам. Этот болван чуть было не разрушил мою жизнь. Никаких сожалений? Нет, ты не представляешь, через какой ужас мне пришлось пройти, прежде чем я от него сбежала. Больше он тебя мучить не будет. Спасибо, ведьмак. Спасибо тебе за человечность. Да, ведь ведьмак не только должен убивать монстров, в плане что вампиров, кровососов и так далее. Монстр может быть любой. Так, теперь мне надо кладбище. Храмовый квартал, Мариборские ворота, купеческого квартала. Назад, что ли? На кладбище как выйти? Ну ладно. Если тогда кладбище не здесь... Да ладно, ты издеваешься. Вот сам я. Он еще и убрал все. Неужели меня так вырубило, что я забыл, как выглядит этот город? Я просто поставлю эти сефироты. Ну или что там поставить надо? Один камешек надо поставить на кладбище, а один камешек надо поставить здесь. Мне слишком мало платья.
Я ваших убил. Не реагирует. Ну ладно, его право. Гуль. Тайвер. О нет, стой. Опа. А? Да. Вон Грайвер нас эти. Сейчас мы его тоже втащим. Где тут проход-то? Надо бы бестиарии почитать, наверное, потому что они, по идее, ничего всего не отличаются, эти драйверы от пули. А, привет. Надя. А как просто, а? Даже не напрягайся. Череп какой-то. Ага. Рельеф. Пока обойдешь или сообразишь, куда идти, с ума сойдешь. Это просто туалет. Ну, ты же мог не умирать, а вот зачем тебе это надо было? Я даже не хотел тебя убивать. Ну, может, хотел, но не сразу. Эх, ночь на кладбище, что может быть лучше? По-моему, здесь должен был шариться Гуль. Но, походу, мы его не нашли. Все-таки можно было зайти это через купеческий квартал или еще через что-то. Где-то, я не помню где, в каком-то доме можно найти ночью говорящего гуля. На. Не умирает еще. А мы еще найдем этих контракты на грайверов постоянно. Ладно, пойдем отсюда. Здесь нам по факту делать больше нечего. Пройти здесь, о, может. Ты думал, капец, он деревянный, не может по могилам пробежать. Вообще застройка здесь, конечно, плотная. Дизайнер главное. Да, еще как-то даже не дизайнер, а как-то. Не знаю, неправильно сделано, что ли, все. О, привет. Че ты меня трогаешь, а? Так. Че-то я хотел где-то поесть. Теперь надо последний поставить возле дамбы. Ну, в смысле, как возле дамбы? Возле этого. Скажите мне, я скажу. Спуска... канализацию. Ой. Вон там. И вернуться к Трис. Но мы пойдем к Эльштейну. Скажем, что мы нашли, и отправимся на болото.
Насколько я помню, да, долго стрел думал. Что это за рельеф? Когда он мне пригодится? Он пригодился только через пол игры. Сенсор, нужно поговорить с Трис. Все. Ну, с Трис я говорить, конечно, не буду. Я пойду к Альштейну. Получу свою награду. Туда. Краснолюды. Интересно, что это значит, этот знак? Кстати, надо сохранить. Я, оказывается, не думал, что здесь игра сохраняет при каждом входе в дома и так далее. Но нет же. Оказалось, что нет. Может, Кольштейн здесь всегда сидит. А других найти очень тяжело. Стеллаж, корзина. Сундук. Что-то все опять заполнено. Какого черта все заполнено? Не понял. Ворота к дамбе. А куда мне надо? Смотрите. Все появилось заново? Да ладно. Какого происходит? Не понял, где мне Кольштейна искать. О, он уже сюда перекочевал. Привет. Приветствую, ведьмак. Привет, Кольштейн. Как дела? Что ты делаешь в этой башне? Наконец-то! Я столько ждал этого дня! Кольштейн. Величайшее открытие в моей жизни! Ведьмак, я должен подготовиться, так что сам понимаешь. Знай, я у тебя в неоплатном долгу. Ты заслужил свою награду. Спасибо. Ты еще урина? Ух ты. Предмет башни Кара передан. Предмет телепортации стал передан. Предмет передан. Все заново появилось? Какого черта? Да. Я... Ты принес? Пока не... Немед... Жесть. Угу. Читал, 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 читал. Читал. Скуток столько 50 делается. Да ладно. На пол тяжел. Блин, а здесь все читал, ладно. Как он так... Все появилось заново, офигеть. Ну что, теперь заново все лутать? С ума сошли. Ладно, мне надо теперь напинать виверн. Кимора, новые враги. Что я тебе могу забрать? Ничего, мне надо будет еще прочитать, да, про тебя? Отстой. А вот купить какую-нибудь книгу про Кимора. А, ну нет, остатки есть. Собачья петрушка есть.
Вам собачья петрушка не нужна для какого-то заклинания. Блин, это... Я даже не знаю, хорошо или плохо, если все заново появилось. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, опять все лутать. Бесконечный лут. Мне нужно найти какую-то виверну крутую. А это единственный путь налево. И волк какого-то большого. Но теоретически это в этом. Скажите мне, где я скажу? Саламандр. То я тебя тоже распинаю. Ничего нет. Мне нужны саламандры. Еще один шаг, и ты сдохнешь. Ты смеешь бросать вызов саламандрам? Да, не только смею, но еще и брошь. Я тебя убью. Ема, сколько вас еще убить, а? Вызов саламандрам? Дай, где это был? А? Не ждали, они ожидали, да? Стой. Давай еще раз. Где ласточка? Слушайте, а это уже... Ваки, офигели. Чего у вас так много было, а? Реально, чего их так много было? Этих водоплавающих. Я не знаю, зачем он там. Толпой нету, позабили. Давайте тоже сломаем. А чё прикольно, как чувака из-за вылез? Давай, чё ж ты такой живучий? Хорошо, говорят. Но, по-моему, если сгорать, я не уверен, реализовано здесь или нет, то эти... Скажите мне, я скажу. Ресурсы должны были уничтожаться. Ну блин, отвали от меня. У меня сейчас вон туда идти. Они вырезали тупо лагерь весь. Что мне нужно? Чего мне мало? Мне нужно увеличить урон ему. Жахнуть сыра. Сыра жахнуть, говорю. Жахнуть ласточку. Молодец. Потом жахнуть. Чего? Восстанавливает, который регенерацию маны. Бы, но у меня нету, да?
Легкий глюцоген. Нет, нет, эликсир, надо продать или выпить, не знаю. Давайте его жахнем. А, видеть в темноте. Забавненько, не такого я ожидал, но да ладно. Пошли, их распинаем. Боюсь, я должен вам в этом счастье отказать. Йо, как тут больно. Вот ты ж. Да, давай кастуй туда. Ничего не вижу. Это ж прикольно. Стойте, еще энергию оставлю. Стать часть здоровья. Гром. Блин, на пределе. О. Ты смеешь бросать вызов Саламандру? Стой. То есть сразу узнали здоровье где. Черт. А я там вылечусь. Да давай ты. Жизни не вижу. Ты даже помрешь-то. Поврежешь ты уже. Макс Саламандр, стой. Я так тоже могу. Роланд. Защищайся. Жесть, кто-то висит тут. Воин в маске. Как мне плохо, да? Пригодилось. Так это ж ты помрешь-то? Да ты можешь его ударить-то? Он последний, Роланд кто-то. Я тебя пополам разрублю. Да попади ты по нему. Роланд Блейнкен, я даже не знаю, кто ты. Не могу его пробить, смотрите. Ладно, придется сжечь его. Кто вообще? Может показать какой-нибудь жизни? Сколько фигня еще длится будет? Есть. Почему ты не умираешь? Ж.
жестью кровотечения фигачит. Нет, но он горит. Еще ласточки на деле работают? Да, работает. Я бы здесь гром или что-то в этом роде. Роланд Блинк, я даже не знаю, кто ты. Пошел вон от меня. Чер-ч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 ер. Стой, сейчас тебя откину. Опа. Все. Я убил Рона, нужно обыскать его карман. О, вот это жесть была. Давай-ка отдохни. Буквально часочек. Чтоб тебя отпустило. Забавно, чуть хуни не видно. Фух. А где твои станки? Вот. А, нет. Запрещенное оружие. Свиток оборотня. Я нашел несколько документов с Ламар, теперь я могу продолжить свое расследование. Мне удалось обнаружить и уничтожить лагерь Саламандр на Барлотах. Записки содержат формулу эликсира из шерсти оборотня. У этого, кто выпьет эликсир, появится возможность покупать совершенство ловкости. Но оборотень здесь один, мы знаем. Письмо в крови. Загадочная записка. Зашифрованные документы. Понятно. И королевский пропуск. Определяйте всего документа, воли Фольтеста, суверенного Тимерии и прочее. Дозволяет выходить на улицу в зиме после заката, несмотря ни на какие изменения в режиме. Закон чрезвычайного положения на него не распространяется. Фольтест. Дипломат какой-то там получился у меня. Я сейчас за другим пришел, в итоге здесь нарвался. Это хорошо. Но меч отстойный. Так, теперь мне надо по возможности собрать все, что есть. Потому что эмблемы мне нужно еще тоже Лау-Вардену этому отдать, чтобы доказать свою... Да ладно, они все исчезли. Сундук тоже. Ну-ка, и он заполнился. Пока отвалить от меня. Ух ты, вот этот Сементавр. Давайте, да, все. Мне вас мало всех. Больше врагов. Ну, а вот и Вервульф. Тоже знал, что меня спасет эта фигня. Ну и уровень. Либо одну виверну замочить. Что там нужно королевскую замочить, а я не хочу королевскую, иначе мне придется голову выбирать чудо щит. А, красавец. Мясо. Возможно, оно тоже подойдет. Ща, неадекватно, что здесь творится, люди. Ща. То исчезает, то появляется. Чё, кто я, где я? Ща. Где там сундук был? Ты не мог просто умереть, а?
Куда на бал ко мне подойти, а? Это ведите себя как гопники в 90-х. Так, на всякий случай. Вот книжка. Блин, здесь неужели все реально появилось заново? Да не. Получены таланты. Только один серебряный отстой. Это так долго качаться буду. Ловкость. Выносливость. Сопротивление. Восстановление энергии. Сопротивление оглушению и так далее. Поначалу оно было лучше. Ну, то есть ядом. Давайте. Кровь. А тут этот, да? Даже не знаю, серебряный меч. По идее, ничего мне из этого не нужно. Может, чуть перегоном заняться. Белая чайка. Ты мне еще привидишься. Конечно, обидно, что вещи исчезают. Я не знал, что исчезнут, а его я собрал. Фига себе, а ты же ЖТП. Стоять. Это что за вакханалия началась? Стой, кикимора. Говорят, ты кикимора. Что происходит-то здесь? Блин, еще ядом бил. Да уж. Нормально так. Еще нечего забрать, да? Это вы издеваетесь. Мне срочно нужно поднять себе кикимору. Но сначала я хотел сбегать на этих виверны. Они где бегали? Вот тут. По-моему, мне нужно мясо виверны одно. Конечно, печень собаки тоже ей вкармлю. Вот королевская виверна. Мне одна нужна. Еще чуть-чуть. Что это было? А разве здесь необычные виверны были? Что это такое? Да убей его! Сейчас, короче. Надо обратно в башню идти. Яйцо виверны. Надо виноград жить. И возвращаемся обратно в башню. Что-то тут как-то больновато. Эх. Иди сильнее. Опа. Стой. День будет уже, вот это болото.
Да, мне зря мне говорили, что это еще не болото. Тупо не бьет. Опешил, да? Блин, ну если везде все заново появилось, то это капец. Просто капец, капецкий. Ладно, лагерь Саламандр мы разбили. На прием, наверное, мы попасть не сможем. Сможем прийти к главному ловчу. Пошли вон. Нет, не сюда. Башня где-то там была. Конечно, довольно интересно, что... все появилось заново. И очень странно. Вот это замес, однако, были. Плавун, плавун. На прием я уже не попаду, уже поздно, да? Пошли к Трис. Хотя вряд ли она там сидит, но да ладно. Она, наверное, будет на приеме, то есть нет? Сейчас проверим. Видите, лебедева она ничего себе. А она неплохо живет. Но в доме Трис ничего не появилось. Еще ночь. Я еще успею на собрание этих. Или уже нет. Так, да. Сюда и направо. И, конечно, нежно я нарвался на этих. Саламандр. Я даже не помню, побеждал я их или нет, но бой был не из легких. Эликсира хватило прям стык-стык. А понял, я понял. Что это такое? Фили. Все, уже нельзя подняться. Ладно, Трис нету. Так, что я тут жрал? Ну, хлебушек пожил. Так, где тут трактирчик? Привет. Чем? Да ничем особо, я тебе просто вещи скину. Все? Один жетон Саламандра, мне три надо. Блин, раньше же их дофига было. А я все потратил. Да, вроде все. Кошак жарится. Так ладно, значит, кто может сходить? Мне нужен главный ловчий. Он днем там шарится. Возможно, мне надо будет отдохнуть, прежде чем идти туда. Но давайте сначала проверим. Туда наверх. Он главный ловчий шарится. А если весь первый город полный, пустой? Я могу его весь обшарить и получить с него хорошие бонусы. А тот еще не вылез. Привет. За что? Огромный... Вивер... Ме... Я убил волка, да. Я давай. Убил огромного волка. Вот его голова. Только не ко мне на стол, Геральт. Мертвечиной пахнет. Вот, 600 аренов. Будь здоров. Так, что мне теперь делать? Можно найти королевскую виверну.
даже не знаю, справлюсь или нет. Сюда мне не удалось. Мне бы хотелось вмешаться в политику, но кажется, что выйти это невозможно. Я обещал, что приведу мальчика. Возможно, как раз в этой главе надо будет найти игра в Кости и Стокс. Нужно поговорить с Трис. Но ее дома не было. Возможно, она притащилась. Сейчас давайте уже просто пробегусь. Довольно неплохо мы посражались. Такой лагерь встретили, что ж. Я даже не знаю, неплохо отгребли бы. Если бы я был неподготовленным нубом. Ну, я-то был подготовленным. Были, правда, все резы, но да ладно. Триста еще не вернулась? Ты все там сидишь, тусишься. Походу сидит, тусит. Ну да ладно. Походу с ним и Трис я смогу поговорить только... Опа, портал Трис. Только вечером. На приеме. Ну ладно, придется что делать. Я потерялся. Туда. Туда же, да? Нет, не туда же. Нет, туда же, смотрите, правильно бежал. Пуштапан, там же сидит Трис, там же сидит. Где кого искать, не знаю. Сейчас давайте просто глянем, что мне осталось. Ага, костный мольск. Еще не нашел. Тюремщик Юз готов заплатить за 3 флакона архислизи. Нет, у меня такого. Я должен убить для Валермада 5 грайверов. Мне нужен Квалерад за вознаграждение. Где-то их найти надо, их найти надо. Ладера тоже нет. Тоже нету. Ищу. Покер, покер. Прошлое. Разыскивается, ага. Надо поговорить с Талером, ага. А, ну с этим не будем рассчитываться. Сам рассчитайте. Единственный вариант, я могу зайти к торговцам, найти антиквар, купить у него книжку под Кимором. И изучить ее. Денег мне, конечно, накидали, обидно будет. Этист. Мне спеть? В смысле, а где торговцы? Да вы издеваетесь, ни торговцев, никого. Что ты можешь мне продать? Ничего полезного. Да нет, должен быть торговец, он же торгует. Чертов дождь, куда все разбежались? Бард, барабанщик. Нету никого, смотрите. Подстава. Ладно. Пошлите обратно в трактир. Черт, не должно было быть дождя. Что за город? Куда? Да я сам знаю, что не должно быть дождя. Я должен был купить книжечку. Изучить Едима. Ненавижу толпу. Прекрасно, прекрасно. Да-да-да, я понял. Нафига они это показывают мне? Трактирщик, ладно, давай я у тебя отдохну до вечера. Приветствую. Чем? Да. Они только ночью вас принимают, чертовы наркоманы. Вообще не хотел так просто время мотать, но раз другого ничего у меня нету. Возложище королевскую верну, то, что могу ночью найти.
Тебя я напинал. Привет, охранник. Пока, охранник. Так, а. Что за ерунда? Где Талер, что ли? Валерат. Да. А где Талер? Чё же, свалил отсюда? Вот он, стой. Геральт? Ты не в курсе, как... Нам ведь положено знать такое дерьмо. Сам понимаешь, мы тайные агенты, люди тени. Успокойся. Так что это за блюдо? Принеси мне письмо из соседней комнаты. Оно в сундуке с гербом Тимерии. И смотри, чтобы тебя никто не видел. Но... Тогда я тебе скажу, чем ад... А я разве его не брал? Потому что говорю с самой принцессой. Я торговец специями. Как? Спокойно. Вот письмо. Я его давно украл. Из тебя мог бы выйти отличный агент, Геральт. Я преувеличил. Из тебя такой же шпион, как из козьей жопы. Давай выкладывай. Какое у ее высочества любимое блюдо? Котоблепосы. Что? Некоторое время назад объявился в Изиме один маньяк, на тебя уж дюже похожий. Заявил, что нет на свете ничего вкуснее, чем правильно приготовленный котоблепос. Шутишь? Ничуть. С тех пор мои люди начали тайную охоту на котоблепосов. Не представляешь, сколько это мне стоит. И как же нужно готовить это мясо? Это уж забота Ипата. Я отвечаю за доставку котоблепосов. А как его готовить, я без понятия. Знаешь, что Морден устроил на... Чего происходит? А ты разве не просто сырое мясо жрешь? Пожалуйста. Хорошо. Мне ну... Быстрее. Неожиданно. Я... Когда? Я очень... Не понял. Чё за фигня? Чё за котоблепос? Э, а где этот квест? Это... Что происходит? Я думаю, у Адды есть важная информация. Правда? Это испорченная маленькая... Да ладно. Она хочет котоблепоса, желательно с кровью. Шутишь? Трис, пожалуйста. Можешь кое-что для меня наколдовать? Это очень непристойно, колдовать на приемах. Я отвлеку внимание. Пожалуй, я лучше справлюсь сама. Рынок, будущее коммерции. Черные уже там. Получилось. Стейк из котоблепоса. Принцесса его любит. Спасибо, Трис. Кстати, Геральт, а ты знаешь, что я могу наколдовать иллюзию оргазма? Я, пожалуй, предпочту традиционные методы. Вернусь, как только разберусь с Адой. Поговорим попозже, Дмитрий. Блин, все так просто было? Исчезни, выродок! Стейк-тартар из котоблепоса с кровью, персом и сырым желтком. Ты знаешь, как сделать женщине приятно. Для меня честь служить вам, ваше высочество. За это я дарую тебе личную аудиенцию. Приходи в мой альков через 5 минут. Помни, мы будем заниматься политикой. А она так похожа на роман. Понятно, в общем. Что она хочет от нас? Понятно.
тащить свой зад сюда. Оказывается, я мог это все раньше завершить и выполнять другие квесты, а я финиш только. Ну ладно, сейчас разберемся. Ну, в смысле, не сейчас, сейчас закончим с этим и разберемся с следующими квестами потом. Не спеши так. Когда можешь спешить? Сейчас спешить, да? Ну, наконец-то. Займемся политикой. Только тихо. Нас не должны услышать. Ну ладно. Как прикажете. Еще бы. Да-ба. Уж и разделась. Ничего себе. Ну просто нельзя же было ее упускать. Это же целая... Как картиночка. Это значит, монстр рядом. Ну, такая на троечку, если честно. Бывали и лучшие картинки. Хорошо, что Ведьмак ничего подзабить не может, да? Геральт, я поговорила с Декланом по поводу тебя. И? Тебе тоже надо с ним поговорить. Внимательно слушай, что он тебе скажет. Что он такого скажет, что на это стоит тратить время? Не руби с плеча. Он сделает тебе предложение, мне кажется, тебе стоит согласиться. А не используешь ли ты меня просто как один из своих инструментов? Ты и твои инструменты. Ладно. Я разместил сенсоры, как ты сказала. Я знаю. Как только ты это сделал, я просканировала всю Вызиму и нашла причину аномалии. И что же это? Ребенок. Мальчик по имени Альвин в лечебнице Лебеды. Он... Как ребенок может быть причиной аномалии? Ты все забыл. Мы называем его Дитя Исток. Он обладает невероятной силой. Без сомнения, в его жилах течет старшая кровь. Старшая кровь? Дар Лары. Я потом объясню. Сейчас мы должны добраться до Альвина и обуздать его деструктивные наклонности. Поспеши в лечебницу и приведи его сюда. Хорошо. Посмотрим, что я смогу сделать. Они позволят мне увести его из лечебницы? У тебя могут возникнуть проблемы. Твоя маленькая подружка Шани отказывается отдавать его мне. Говорит, что я не разбираюсь в детях и не смогу о нем заботиться. Она не понимает, что случится с городом, если этот ребенок выйдет из-под контроля. У меня нет сил с ней общаться. Она твоя подружка, вот и поговори с ней. Знаю, что ты понимаешь, почему я так делаю. Я буду тебе очень благодарна. Еще кое-что. Старшая кровь притягивает из других миров призраков и фантомов. Этот свиток тебе поможет. Все. Все можно будет перегореть глазу. На глаз. Это что за свиток? Не знаю, нет свитка. Ну что ж, давайте на этом закончим. Поговорим с хозяином с глазу на глаз чуть попозже. Ну, в следующей серии, так что всем хорошего настроения. Всем до следующей серии. Всем пока.